Всем привет! Сегодня буду фару менять. Opel Astra. Opel Astra. Готово. Да, один болт здесь откручиваете. Эти заклепочки снимаете. Вот тут. Потом надо тут откручивать. Один, два. Так, на звездочку, да. Колесо поднимите, передний, чтобы можно было крутить. Налево, направо. Да. Все. Да нет, надо повернуть колесо туда, внутрь, чтобы пошел.
знаю, но этот бампер держится. На теплых словах. Для каких? На теплых словах, да. На теплых словах? Да, бля. Так, сейчас надо вот это одеть. Так, и здесь же внизу еще, блядски. Тоже не знаю, я оделся. Вот я снизу буду залазить, смотреть. О, не заклинило. Сюда же будет крепление заходить или нет? Под решеткой. Это на всякий случай. Это сейчас надо просунуть, блядь. Он зажался просто. Потеряли они. Тут же треснуты еще. Да. Чтобы он, бля, был не понял. Так, потом все зажимаете на место. Сейчас. Решетку ставите на место. Ну, решетку поставьте. Машина сделана одноразово. Ну все правильно, так и должно быть. Ну, смотри, для кого? Для механиков, да, но для владельцев нет. Так что вот так вот 50 на 50. Пускай и учится ездит, бля. Потом скобы ставить. Вот они все у нас тут. Ну, у них скобы уже пиздец. Так видно, что кто-то уже. Но по доске моей не ходит. По доске не ходить. Ну это мы не поставили уже. Да, класс, все. Бля, она будет все равно падать. Ну, поняли, она будет все равно падать, хотя и вытрет. Так, туда. Сюда попишешь. А это уже разбито. И какой там шаг у нас идет? Шаг. Вот так подвинь. Вот так вот. И вот так вот. Открываем это сейчас. Бампер немножко ушел туда. Ох, выяснил. И она не еще один год поездит. И на акцион его нахуй продадут. За 100 фунтов его, да? Да, какие машины с аукциона тут привозят? Ты уже им показывал. Кошмар, блин. Комплетик тут есть? Да, постой, мы еще проверим, бля. Ты не засовывай, сначала нас заправь. Хорошо. Мы кровать не наступаем. Так, и хуярим это. Давай, держи. Держи. Бегаем. Все. Вот, пара рабочая. Сделали. Сейчас еще. Что там еще у нас? Подожди. Не выходите. Заебал. Ну и все. И все? Да. Ну все, давайте. Да. Все, ребята, всем пока. Короче, спасибо. Мы поняли, здесь крепление только вверху, снизу. Там. Здесь вот это подкрыльник снять. Ну, короче, увидели все, да? Фару крепление. Видео здесь не пропускали. Здесь и здесь, на трех болтах. Все, bye-bye. Все, всем пока. У кого какие вопросы, ставьте лайки, не забывайте. Все, пока.